Здравствуйте. Я примерно себе так и представлял. 1 сентября 2017 года. Это не утро даже, это уже пол первого дня, по-моему. Потому что вчера я был на свадьбе у друзей. Так, Дима, соберись. Тему видео ближайшего года я озвучу сегодня чуть попозже. И еще я хочу сказать, что мне вчера очень хотелось покурить. Кальян, прям давно такого не было. Прямо вот... Не курю уже на сегодняшний момент 7 месяцев. 1 февраля я начал не курить, сегодня 1 августа. Я продолжаю не курить. Моя жена уже съездила на работу, и вот она едет с работы, я встречаю время, час дня. Нет жизнерадости? Я просто хочу спать. Ты вообще не спала? Вообще не спала. Вот ни капельки? Ни капельки. Так, сейчас самое время сказать, что я буду не делать целый год. Я не буду употреблять алкоголь вообще, просто вот нет алкоголя. Ни грамма, ни полграмма. И безалкогольный алкоголь? Нет, безалкогольный алкоголь, наверное, пиво безалкогольное я буду себе позволять иногда. Там водку безалкогольную, ну то есть воду, да. Вот, а так вообще все подробности, там ответы на вопросы, зачем и вообще нахрен это надо, будут позже. Сейчас меня переполняет... Эмоции со вчерашней свадьбы. После вчерашней свадьбы, конечно же, хочется бутылочку пива. Вчера последний раз я пил пиво утреннее, это было вчера. С чего вдруг эта история с трезвым годом? Это не Оля. Типа там, не пей, либо я с тобой разведусь. Конечно, прикольно, когда я не бухаю, когда никто не бухает в семье. Это хорошо. Все пошло с опыта вот с того, как я бросил курить 1 февраля. И где-то после там 23 февраля, когда я там 3 дня гулял, подумал, что нужно завязывать с бухлом, и 2 месяца я не пил после этого до начала мая. 2 месяца. И, блин, именно в эти 2 месяца, когда не пьешь совсем, там проходит день, 3, 5, неделя, 2, ощущаю себя совершенно по-другому, не знаю, как это передать словами, это как будто мне опять 16 лет, у меня тонна энергии, у меня светлейшая башка, у меня отличнейшее настроение, намного продуктивнее не бухать. Вот в частности, для вот моих... В чем дело? Я планирую год не пить и делать каждый день видео. Вот этот вот видеоблог вести. И самое главное, это я не придумал вчера на свадьбе, когда тут сижу бухой. Блин, надо бросать бухать. Не-не-не-не-не, это все было придумано еще в летом. Сегодня 12 июля 2017 года, я потихонечку придумываю трезвый год. Я даже думал, может, бросить пить уже там 1 августа, как-то скорее начать этот эксперимент, потом там в день рождения. Так это можно откладывать тоже каждый раз. На 1 сентября. Сегодня, к примеру, я приглашен на банкет по случаю юбилея театра Семенюки, которому исполняется 20 лет. Блин, банкет! Тоже была мысль. Может быть, свадьба, потом банкет. Как бы я такой похмелился, такой хоп-хоп-хоп. И со 2 сентября. Ну, нет, просто сегодня будет банкет. Завтра будет еще какая-нибудь история. Послезавтра еще. И это будет постоянно и никогда не закончится. То есть вот нужно сказать «нет» и все. Вот совсем попробовать не пить. Ну, бокал шампанского в день рождения, к примеру. Ну, вот не нужен мне один бокал шампанского в день рождения. Я хочу в день рождения, не знаю, сразу начинать с пиваса. И там пить его весь день. Раз и... До свидания. Вот Оля может... Она на свадьбе вчера, как оказалось, выпила, по-моему, бокал вина. На прогулке немножко шампанского. За руль я сегодня не сяду, потому что... Если отдохну, мне кажется, сейчас на какой-нибудь открытый огонь, там может быть взрыв. Сначала была история на 100 дней просто бросить. Но я врубаюсь, что на 100 дней я брошу. Эти 100 дней пройдут быстро, и потом будет как раз Новый год, и опять праздник, праздник, шмазник. Всё. А год — это пройти весь цикл, вот 360 градусов, 360 дней. 2 часа вечеринки, и потом 2 дня прихода в себя. Перекус нетрезвого... Перекус непьющего вегетарианца. Пока жду Свету. У нас с ней встреча. Всегда. Привет. Привет. Например, как вариант есть, да?